Всем привет, с вами Нильф Горн, и продолжаем исследовать острова, продолжаем лазить по необычным осколкам. И я вот залез на последний остров, и если вы следите за сериями этого летсплея, то вы знаете, что на этот островок я долго добирался, и это полулес, полу какой-то озера, и здесь очень много кристаллов, просто немереное количество, притом они спрятаны в необычных местах, в которых, ну, приходится, так сказать, вот добывать, потому что вот даже вот там на островке есть кристаллик. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть, добрались. 60 уровень. И еще круче джетпак мне дали, то есть у него мощнее мощность стала. Кстати, я здесь случайным образом нашел вот такой вот листик. Вон, видите ли этот листик? Это новое, как бы, средство передвижения. То есть это как бы крыло, ну, которым я могу парить. То есть цветочек он как парашют, а листик он как крыло. Притом можно выбрать только либо то, либо то. Это вот единственный небольшой минус. Ну, с таким джетпаком, конечно, блин, намного все легче получается, потому что, блин, даже деревья двигаются. То есть они не просто каменные, как бы, они двигаются классно. Очень классная игрушка в плане физики. Некоторые говорили, что, ну, точнее, один, по крайней мере, комментарий был, что человек играл, и ему надоело. Я не спорю, что это такого рода игры, они как бы не то, что не для всех. Они ненадолго. Они вот немножечко поиграть, развеяться. Что это за семечко такое? Ну-ка. Оторвись. Не хочет отрываться. Странно, семечко. Вот, цветочек еще какой-то. Тут на самом деле... На самом деле тут все как-то, ну, нужно исследовать все, что можно. Так, ну, я вот смотрю, что... Ух! О, буй! Понятно, это гейзер, в общем. Исследовали. Все, что, как бы, все, что здесь есть, все несет какой-то... смысл, не просто так, даже растения, здесь ягоды, с ними тоже что-то можно делать, я до сих пор на самом деле не понял, но я точно знаю, что есть достижения, к примеру, там ягоды какие-то куда-то принести, плоды куда-то тоже принести. Ну-ка, пальму нельзя расшатать? Нет, нельзя расшатать, ну ладно. Попробуем просто залезть на пальму. А, нет, она шатается, но только... Уай! Шатается, но на самом верху. Так, ну-ка, аккуратненько. Аккуратненько. Эта серия будет посвящена этому острову, потому что мне очень интересно, они же не зря такую большую... Ну, блин, я прям не могу найти, за что зацепиться. Ой-ой, болтаюсь. Ой. Давай. Ой-ой. Отлично. Мне очень нравится в том плане, что... Ну, ай, отрывайся. Ой. Ай, ну куда ты? Отцепилась, блин, блин. Блин, да что ж такое-то меня мотает? Ай, плот оторвался. Ну вот. Не так-то просто достать этот кристалл. Я сейчас достану. Мне очень понравилась идея, то, что здесь пальмы... Ой-ой-ой. Прям-таки... Сложность в неожиданном месте, на самом деле. Я думал, что... Ну, как-то... Что ничего не нового... Ай... 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 Есть! Отцепили. Так. Я даже не знаю, куда дальше идти, потому что тут в каждом... В каждом месте может быть скрыт кристалл, и... В каждое место нужно, так сказать, в каждую... Каждую щель нужно, ой-ой, залезать, смотреть, искать. Даже вот по звукам слышно, что где-то здесь есть кристалл. Но сначала лучше включить
Wi-Fi точку, потому что я уже пару раз за кадром падал вниз, и ну, это не очень хорошо. Приходилось обратно по стеблю забираться, потому что Wi-Fi точка не была включена. Вот, отлично! Отлично! Работай! Корабль, где-то я же уже видел. А, вон он мигает, вон там он прям мигает. Корабль уже близко довольно-таки, но если по карте посмотреть, то я даже до середины, честно говоря, не добрался. Вот, смотрите, где я только на одном из больших островов. Дальше идут вот всячески мелкие островки, по которым придется лезть. Но на самом деле, следующий уровень вырост стебли, то есть 9 кристаллов роста нужно найти, чтобы стебель вырос, ну, вот, до максимального. Ой, что-то лишканул. То есть 9 кристаллов вот зеленых больших островов нужно найти. Если кто не знает, что это за кристаллы, можете, ребят, посмотреть предыдущие серии. Там довольно-таки интересно. По крайней мере, этот мир очень интересно исследовать. Я уверен, кстати, что вполне будет добавлен контента. Очень много, мне кажется, и аддонов, каких-нибудь дополнительных миров. Потому что даже этот мир, он как бы, ну, я слышу где-то кристалл, то есть, а вот где, скорее всего, он под землей, потому что если снизу смотреть на этот остров, там столько этих кристаллов, просто немерено. Пещеры здесь есть, я уже в одной пещере побывал. Все, нашли еще кристаллик, это хорошо. Кстати, с последнего апгрейда у меня просто увеличился джетпак. Так, давайте на гору залезем. Как вы думаете? Мне вот лично интересно, что там будет. Конечно, вот с этим джетпаком, ну, количество и мощностью его намного легче стало играть. И здесь я смотрю какие-то такое чувство, как будто здесь вот. Да, это растение ловушки, жесть. Нет, не хочу я туда попадаться. Я уверен, что им можно скормить какое-нибудь насекомое. Ну, может, даже не насекомое, а овечку, к примеру, или ягодку им скормить. Шикарно, просто такой островок классный, красивый. Классно выглядит, и я вот здесь вот оттуда прям увидел кристалл, кстати, вот он. Как кошка. Ать, отцепили, все. Ну вот, теперь и не слышно кристаллов никаких, отлично. Знаете, мы теперь пойдем в другую сторону. Кстати, здесь печально, что здесь очень много воды. То есть я могу вполне здесь утонуть. Хотя я слышу где-то вот здесь вот. Или это внутри? Чё-то, честно говоря, не пойму я. Звуки слышно, но... Вот сейчас тоже вроде бы слышно какой-то звук. Вот на этом островке неужели ничего нету? Блин. Давайте как раз-таки опробуем крылышко. Давайте, собирайся. Вот крылышко. В принципе, честно говоря, мне не очень оно понравилось. То есть, вот такое крыло для парения. Вот, я нашел, похоже, вход в пещеру. Мне оно не понравилось, знаете чем? Что им тяжело как-то управлять. Вон, видите, вход завален. Ну, явно пещера. Сейчас мы просто... По камням залезем, потому что эти камни ворочать совершенно не хочется. Нашел какую-то пещеру, притом именно как бы это не квестовую, а то есть мне что-то какое-то описание этой пещеры дали. Есть кристалл, 65 кристаллов, еще 5 кристаллов. Я вот уверен, если я сюда наступлю, то я провалюсь, да? Да. Какой-то провал появился, отлично. Прикольно, это мне нравится. Еще один провал. Ну-ка.
А здесь я был, и здесь я видел вот это существо быка, который за мной бегал зачем-то. Но он явно мной недоволен и... Смотри, не хочет, чтобы я его цеплял. Может, его оседлать можно? Нет, смотрите, не цепляется. Попробуем сейчас быка оседлать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да. Прям вот он, смотрите, сразу на дыбы встает. Здесь было пару кристаллов и провал вниз. Вот здесь вот, вот здесь вот провал вниз, в который я точно не буду прыгать, потому что я уже там был. Я там... Смотрите, он прям вот хочет разгоняться на меня. Смотрите, чего? Давай. Давай. А, я же красного цвета. А, вот так вот даже. Он меня, собственно говоря, и убил. Не очень хорошо это. Не очень приятно было. Ладно, будем иметь в виду, что с быком лучше, ну, дружбы с ним не водить мне. Вот так вот. Я вижу еще два кристалла. Отлично, отлично, отлично. Все. Отцепили. Так, и вот здесь вот вообще кристалл находится на таком прям месте. Он как-то неудобно это находится. Я здесь могу вполне утонуть. Вот давайте на эту сторону перейдем, потому что именно здесь... Ой-ой-ой-ой-ой! Я не знал, что эти растения от них... Вот эти колючие растения от них... Ну, как бы отталкиваются, вот меня оттолкнуло. То есть они колючки, в общем. Вот на этом склоне я еще не был. Вроде бы... Ой-ой-ой, цепляйся. Хотя я здесь ничего не слышу. Никаких звуков. Значит, пойдем в лес. Я уверен, там еще найдется несколько кристаллов. И я уже за кадром буду... добирать 70 кристаллов, наверное, потому что под островом точно есть, а может быть и нет, сейчас посмотрим. Под островом точно есть кристаллы. Ну вот я слышу кристалл. И он где-то вот здесь вот. А, ну вот он, собственно говоря, нашли. Вот он. Отлично. Ах, забавно, камень вертится. То есть он не... Забавно. Но на этих островах я уже был. В принципе, я думаю... Ну-ка, поверх. Я думаю... Основную часть я, конечно, острова исследовал, то есть, ну, верхушку, по крайней мере. Так, все, не болтайся, не болтайся, спокойно. Верхушку я точно исследовал. Вот там я не был, вроде бы. Ну, остается очень много островов, тут просто немерено островов, большое очень количество. На каждом, скорее всего, придется искать кристалл. Единственное, что поищем, давайте... Знаете где? Оп. Может быть вот здесь вот вокруг. Хотя я здесь тоже вроде бы наполовину собрал кристаллы все, но... Ой-ой-ой, а я забыл, что цветок-то у меня, листочек-то пропал. Я его израсходовал. Блин, забыл. Кодр, что ли? Не как-то назвали эту птичку, то есть как-то она называлась. И мне опять вылетело из головы. Я, главное, такой прочитал. А, точно! И потом опять... Так, мне вот нужно вот на тот стиль. Зачем? Для того, чтобы снизу посмотреть, где есть кристаллы, и к нему прям вырастить вот этот стиль. И мы сейчас попробуем на ранце долететь. Цепляйся! Красавчик, красавчик, просто красавчик. Так. Вот я вижу один кристалл. Можно туда вырастить стебель. В принципе, как средство передвижения это вполне подходит, потому что я уже этим пользовался. А, вот 8 кристаллов для следующего роста нужно будет. Так что, ребятки, это очень, очень даже много. Вот сюда вот, вот
куда-нибудь себе не ошибаюсь. Выше, 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 вот туда. Вот так вот. Отлично. Да, я слышу. Слышу кристалл. Нет, я падаю, падаю, падаю. Нет, 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 нет. Ай. Конечно, я сделал ошибку, что не воспользовался. Ну, то есть не взял никакой там цветочки, не взял ни листочка. Именно так оно и есть, потому что сейчас мне придется исключительно прям вот таким образом залезать, что не очень бы хотелось этого делать. Я знаю, сейчас мы попробуем еще паркур немножечко устроить, потому что я приближаюсь к стеблю, а стебель это у нас прыжок. Что-то сложнее стало, что ли, такое чувство, как будто бы. Оп, 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 так. Оп, я же сказал, что я сделаю. Все нормально. 69. Так, еще бы один кристалл, еще бы один кристалл, и было бы вообще очень отлично. 70 бы кристаллов у меня было. Я точно знаю, что я где-то видел еще кристаллы. Сейчас мы, знаете, как сделаем? Вот сюда вот передвинемся и вот на... Вот на... Вот на этот стебель попробуем попасть. Хоп, есть. Отлично. И отсюда я не вижу ни один кристалл. Блин, да что ж такое-то? Я же их как-то видел все. Так. Все, зацепились. Вот на этом острове-то, кстати, я и не был. Расселись, точек. И-ха! Понеслась, а! Как раз таки мы... Ой, нет, нет, снись, я надеюсь, что здесь что-нибудь хотя бы будет. Нет. Или я был на этом островке. Ну давай, еще чуть-чуть, ну давай. Ну давай. Вот я нашел, вот кристалл и вон кристалл. Целых две штуки кристаллов. Это такое скопление спускающихся... камней, то есть сталактиты какие-то получились там. Блин, мне расстроили. Здесь ни одного кристалла нет, но зато я увидел, где есть кристаллы. Это тоже очень важно, на самом деле. Потому что почему-то лучше бы они мне... Ну нет, ранец, конечно, тоже очень хорошо, что есть такой апгрейд этого ранца. Он очень помогает мне. Но еще бы круче было бы увеличить обзор. Так, стебель, ты будешь сегодня... объезжен. Так, ну давай, запускайся. А, надо за сам цветочек зацепиться вроде бы. Так, есть. Буква Е. Так. Да. Да. Вот давайте вот к этому, что ли, потому что я второй потерял. Он где-то тоже с другой стороны. И поехали, давай. Куда, куда, куда? Спокойно. Спокойно, я сказал. Ой. Такой-то прям сопротивляется. Не хочет ровно ехать. Давай, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну ладно, в эту скалу давай, врезаемся. Все, нормально, приехали. Очень неплохо, прям практически ровно получилось, потому что кристалл вот уже прям вот, вот здесь вот. А, вот так, вот так, вот так вот. А, 70. И что мне дали? Ну... И ничего. Странно. Очень странно, потому что я думал... Хм. Странно. Ну ладно. Нет так нет, как говорится. Ну сюда и нет. Так, ладно. В принципе, вот давай немножечко. Дальше можно уже именно растить сам стебель, потому что уже пора ему вырастать. Дальше... Пытаться искать кристаллы я как-то не очень хочу, потому что мне, честно говоря, немножечко поднадоело. Хочется уже посмотреть, что дальше. Сам стебель очень интересно растить, потому что... Эй, овечка, убегай! Потому что это тоже очень забавная вещь. Давай! Оп.
Ну, давайте сейчас один стебелек вот немножко вырастим, наш главный росток. Так, только вот стебель здесь у нас один всего лишь торчит. Ну, ничего. Мы его сейчас закрутим. Так, мне нужно вот туда вот. Дерзкий стебель. Нет, чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже. Вот, все, держим прямо. Давай, ну ты же хочешь расти. Вот тебе энергия, вон там и кристалл еще один. Ну давай, давай, ты можешь, ты молодец, давай. О, да. Пошло, пошло, давай. Ну, я думаю, он долго будет расти, потому что для главного острова там просто невероятной высоты должен он быть. Поэтому придется, конечно, очень много кристаллов пооткрывать, но рост уже будет в следующей серии. Ого, ну много вырос, кстати, за один раз. Я думаю, уже вот к тому большому островку будет все идти, потому что вот корабль уже вот прям видно, как он там вот работает. Я думаю, там же, конечно, будет конец. Кто-то уже, конечно, посмотрел прохождение этой игры. Ну, я вот прохожу очень медленно. Наверное, это зря. Я попытаюсь... О, кстати, попытаемся скормить сейчас растением. Растение. Вот, если я его, конечно, вытащу вообще. Где-то тут еще кристалл. Ну, давай. Так, ну все вроде бы. Давайте на этом и буду заканчивать. В следующей серии я продолжу растить свой стебель до конца, да. Я думаю, просто корабль как-нибудь потом вот эту вот почку самую главную заберет и все. Что-нибудь в этом роде. Как-нибудь так. Я даже не знаю, не представляю. И вы мне не рассказывайте, пожалуйста, чем закончится эта игра. Мне хочется самому посмотреть, чем она закончится. Думаю, ну, в серии 2, наверное, уложусь. То есть в следующей серии, к примеру, мы вырастим... Ну вот 8 кристаллов я попробую... 7 уже кристаллов роста задействовать и вырастить стебель до максимума. Ну а еще в... Еще через серию уже будет, наверное, конец, потому что я, как вижу, уже близко-близко. С вами был Нильфгорн и замечательная игрушка. Оставайтесь с нами. Всем всего хорошего. Пока.